И добро пожаловать в игру Left to Survive. В настоящий момент у нас начался новый ивент. Приехал магазинчик, агентство Грейвер. Пойдем глянем, что они нам предлагают. Спецпредложений нам не надо. Так, почему-то закрыты пакеты с какими-то... А, ну это, наверное, только если вы платите, они открываются. Так, что у нас есть? То, что можно за денежку приобрести. Аптечки, окей, хорошо. А у меня нет столько денег. А, да, я их потратил на апгрейды. Я уже забыл совсем. Все, хорошо. Использовал то, что есть. Что у нас еще есть интересного за, скажем так, халяву, да? У меня, наверное, нету такого количества запчастей, потому что я опять-таки их потратил на апгрейд оружия. Агентство Грейвер, вы же в этом мире прислушиваетесь к моей мольбе. Я Лейла Грейвер, и главная цель моей жизни – спасти историю человечества. Мое агентство объявляет важный конкурс. Принесите нам ценные артефакты, получите достойное вознаграждение. Я поддерживаю Лейлу на этом пути из уважения к ее делу. Она добрый человек и ценит хорошую работу. Имейте в виду, что агентство Грейвер не скупится. Чем уникальнее артефакт, тем больше награда. Ну, я так полагаю... А, все, у нас карты. А, жетоны. Я думаю, что Тони ошибается. Лейла необычный торговец. Взгляните на их снаряжение. Эти люди-наемники. Эта миссия не из любви, а наполненная жадностью. Я думаю, что Джесси права. Однако будьте готовы, и чем сложнее миссия, тем лучше награды. К сожалению, мне есть о ком заботиться, поэтому я не буду участвовать. Тем не менее, я могу дать вам фору. Возьмите эту коллекцию. Я верю, что Лейла сочтет ее интересной, остальное за вами. Ну, да. То есть, грубо говоря, самая простая награда, самая верхняя строчка. И тут уж, к сожалению, я не потяну ничего. Я могу, конечно, сходить попробовать на средний. Ну, пойду, схожу, попробую. Почему бы и нет? Быстро подгружается, это хорошо. А то бывают какие-то глюки, задержки с интернетом. Надеюсь, микрофон сейчас тоже не сбойнет и будет нормальная запись голоса. Так, простые зомбики пока вроде не сильные, не очень сильные, надеюсь. То есть... Не супер слабый, конечно, но есть шансы. Понятное дело, что шансы всегда есть, но... Давайте. Я так полагаю, у них началась подготовка к Дню Святого Патрика, поэтому все такие нарядные. А тут уже, к сожалению, нужно разбираться с подрывником. К сожалению, ну-ка, 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 не подходи к нам, Патрик. Давай-ка. Это что такое? Просто обычный зомбик, но далеко, поэтому я его не могу подстрелить из дробовика. Хорошо, ладно. Надеюсь, большого не будет. Вроде большого нету, да? Я больше всего боюсь уровня, когда выходит большой зомбик. Когда подрывники есть, тоже, конечно, неприятно, но самое неприятное это здоровый, огромный взрывающийся зомби. Так, хорошо, я пока немножечко накапливаю энергию, которую у меня отнимает плюющийся зомбик. Пригодится. Здесь тоже обычные. А, тут будут плюющиеся, которые наверху, да? Вроде там будут наверху, которые плюются. Я могу ошибаться. Надеюсь, я ошибаюсь, и их не будет.
А что? А, с кружками. Они с кружками ходят. Класс. Типа, дай мозгов. Отлей немного. Ну, тут я уже тебя добью. Да. Добил. И вот так вот. Привет, красавчик. Ну, по крайней мере, вроде не так сложно, да? Средняя миссия. Вроде я готов к ней. Ну, по крайней мере, когда нет огромного количества каких-нибудь очень сильных зомби. Это хорошо. Но карты, к сожалению, начинают сыпаться после... Ну, хорошие карты начинают выпадать в коллекцию. Начинаю, ну, третья, четвертая, пятая, там, какая строчка, да? Они начинают выпадать, когда вы, у вас серия без проигрыша, наверное, где-то... Ну, начиная после, наверное, 5, 7, 8 серий, по крайней мере, как я заметил, начиная уже там вот после 5, 7, 8, 10 серий без проигрыша, начинают выпадать более-менее нормальные предметы. На... Вначале не очень серьезное что-то выпадает. Ну что ж, попробуем еще тогда. Энергия-то у нас есть, так что почему бы ее не потратить немножечко? Так, отдай кружки. И шапку отдай. А вот это не надо, не надо. Не останавливайся, иди дальше. Пока он идет, он нам не страшен. А тут уже страшен. Перезарядочка. Так. Ну, насколько можем, снимем энергию, перезарядимся и перезарядимся обратно. Да, вот для этого и перезарядка нужна была, чтобы снять максимальное количество энергии у этого здоровяка и не дать ему к нам подойти. Остальное уже не актуально. Все, со всеми на 360 градусов разобрались, чтобы к нам никто не подходил, и обратно перезарядочку. Патроны как-то прям очень быстро улетают. Прям очень быстро. Привет. Да. Вот на этого нужен как раз автоматическое... Автомат. Вот на этих вот на всех нужен автомат. А на этих, в принципе, и дробовик сойдет. Кстати, у меня здесь подарок им. И у нас есть сильный зомбик, против которого сейчас посмотрим, как вообще... Что я смогу противопоставить. Но вроде пока он поддается. Не то чтобы... По крайней мере приседает, отдыхает и... Дает нам возможность с ним разобраться. Отлично. Присел, отдохнул. И... А здесь у нас пару прыгунов будет, если я не ошибаюсь.
Не подходи, пожалуйста. Немножечко энергии. Ну да. Вот прыгун как раз. Прыгун как раз. Пришлось аптечку потратить. Хотя бы была аптечка, уже хорошо. Ну, лови. Лови, граната лицо. Все отлично, и с этими разобрался. Ну, в принципе, могу теперь на среднюю экспедицию ходить, что уже приятно. И можно зарабатывать побольше очков турнирных. Ну и побольше разнообразных предметов. Ну вот, кстати, прям после второй миссии, да, выпал какой-то предмет в четвертую линию. Но собрать ее все равно так быстро не удастся. За них, конечно, больше наград, больше монет, жетонов дается. Ну и вариантов других каких-то наград. Здесь 500 серебряных. А, так, серебряные 850, а здесь 1200 золотых. На самом деле это очень сложно собирать вообще все эти монеты, потому что выпадают они, ну, рандомно, соответственно, как повезет. Может повезти, можно вообще играть, и соберете там, я не знаю, за огромное количество миссий всего пару-тройку, ну, таких четвертого уровня или пятого уровня коллекции. А все остальные будут в основном первый уровень выпадать. Не подходи. Не надо, не надо. Не надо подходить. Я же говорю, не надо. Я тебя боюсь. Куда ты прыгаешь? Там опасно. И вот это опасно. Опасно, опасно. Надо сначала вот его. Он как раз унесет с собой того клоуна. Привет. Оп. Хорошо улетел. Пузика, пузика, пузика. И тебе пузика. А тебе плечо, голова. Все, отлично. Плечо. Мощные они. Ну, для моего уровня много в них надо попадать. Гранатомет надо бы проапгрейдить, что-то он какой-то совсем прям слабенький. Так, у нас повар, повар, не надо к нам подходить. Мы уже готовы, нас готовить не к чему. Все, отлично, со всеми разобрались. Что у нас тут дальше? А у нас дальше будет, наверное, код. Серия побед 4. Мне кажется, там одна победа, первая победа в серии, она просто автоматически дается. Я могу, конечно, ошибаться. А, что у нас с коллекциями? С коллекциями... А, фотоаппарат попал, да, еще? Ну ладно, хорошо, по крайней мере, хоть немножечко чего-то подсобрал. Надо будет потом еще заглянуть сюда. Здесь вот в первую линию прям набирается предметов огромное количество, но они, мне кажется, я могу ошибаться, они, по-моему, меняются на какую-то награду, на там ресурсы или на денежки в конце, по завершению
турнира. Ну, по крайней мере, не всегда, но часто их меняют на что-нибудь, иначе они просто тупо пропадают, сгорают и все. Что тут у нас еще творится интересного? Потихонечку база вот апгрейдится, да? Запчасти, сколько у нас запчастей? А, ничего пока не приготовилось, 85 всего. Этого мне хватит на то, чтобы проапгрейдить какое-нибудь оружие. Честно сказать, я не хочу вот это вот... Ну, его надо улучшать, конечно. Не хочется просто из-за того, что он только первый. А по-хорошему нужно, конечно, прикупить что-нибудь вот уже... Хотя бы вот это вот. Тогда как-то оно будет более-менее интересно. На мобильной версии у меня вот это, P12, P14. И, в принципе, не то чтобы очень сильный, но довольно-таки... неплохой, приятный. Я вот подозреваю, что какие-нибудь вот из этих вот дробовичков и пистолетов будут вообще шикарными, но, к сожалению, у меня ничего подобного нету. Ящики, бесплатный ящик у нас. Гранаты, так, не надо, ничего интересного. Никаких больше ящиков, сундучков нету, к сожалению. Опять квест завершен, ладно. Заберем награды и пойдем активируем код. Так, где у нас тут код? Предложение, промокоды. И код у нас следующий. HUN 65 2T9. Забавно. HAN65 2T9. NUN652T9. Да-дам. Забираем награды. Никакой халявки больше тут у нас нету. Периодически, конечно, надо заглядывать. Могут что-нибудь интересное нам насыпать. Например, в день Святого Патрика или... какой-нибудь еще праздник, я не знаю. На самом деле, такое количество, огромное количество праздников по всему миру, что, в принципе, если вы в России, то вы можете и не знать о таких праздниках. Потому что, например, в Великобритании есть День блина и нету Масленицы. То есть, грубо говоря, День блина есть, а Масленицы нету, и День блина — это один день. А в России есть Масленица, да, была бы Масленица международным каким-то праздником, наверное, и здесь бы тоже ее отмечали в игре. Ну, это как вариант. Так, я хотел проапгрейдить какое-нибудь оружие. Дробовик я, к сожалению, не могу проапгрейдить, потому что мне нужно его эволюционировать, и тогда, возможно, что-то получится, либо нужно здание улучшать. Да, городской центр 30 уровня требуется. Так, что у нас здесь? Это новое оружие к ивенту, но пока нам это не светит. А вот то, что у нас есть, это можно улучшить. Давайте магазин. Магазин не сильно нужен. Перезарядка. Темп стрельбы. Пусть будет темп стрельбы в настоящий момент. А потом будет уже перезарядка и урон дополнительно. Потому что темп стрельбы, конечно, тоже полезная вещь. Код, кстати, будет действителен до 20 марта. Вот, так что, в принципе, довольно-таки долго он еще будет работать. В любом случае, успейте, не забудьте, успейте его активировать. Я иногда просто забываю, там, когда в мобильную версию не зашел, там, или не активировал код на мобильной версии. Поэтому бывает. По крайней мере, у меня получается две игры. Мобильная и на ПК. И я пытаюсь время от времени тянуть обе. Поэтому немножко это отнимает времени. Давайте, зомбики. У нас уже был этот уровень. Здесь никого страшного нету. Зачем ты так подбегаешь близко?
Отдай кружку. Так, все. Хорош играть. Надо играться с зомбиками. Надо уничтожать подрывника. У него кружки как бронежилет он использует. Защищается от меня. Я у него стреляю, никак не могу его разнести. У него, оказывается, кружки бронежилетные. Так, плюющийся зомбик, которого с трудом вообще можно подстрелить. Да не надо к нам подходить. У нас там вон плюющийся зомбик, который мне мешает. Хорошо, хорошо. Вот все равно он попал. Надо бы энергии немножечко поднабрать. Потому что они мне поотнимали энергии. Надо бы ее вернуть назад. Пока это можно. Когда будут атаковать со всех сторон, тогда будем гранатомет использовать. А пока... пока используем автоматическое оружие. Для того, чтобы энергии... Так, а теперь можно немножечко вот так вот. Чтобы они у меня энергию не отнимали. И снова обратно автоматическое оружие, чтобы еще немножечко энергии восстановить. На всякий случай. Особенно если этот подойдет в упор, то тут я уж ничего не поделаю. Какой дробовик, точнее гранатомет, слабый? Три гранаты и зомбики все еще живы. Поднимайся. Привет. Все отлично, со всеми разобрались. И коллекция. Первая, скорее всего, дорожка коллекции. Ну, что ожидать? Ну да. Забираем 200 монеток. А там за 400 монеток, наверное, ничего и... Да, у меня всего 400, наверное, но там ничего и не купишь за эти 400 монет. Да, у меня всего 400, и тут, к сожалению... Сколько у меня там еще денег, я не посмотрел. Ну, вроде на все хватило. А, тут еще энергия турнира, которую я не заметил поначалу. Да, за 400 монет тут вообще ничего не приобретешь. Гранаты, аптечки. Я бы вот на самом деле антиракеты прикупил. На всякий пожарный пригодятся. А здесь 1000, да. К сожалению, нужно 1200 хотя бы на один ключ. То есть это довольно-таки много. Вон 20 ускорений. Это надо коллекцию четвертую собрать. То есть, на самом деле, мне не очень нравятся вот эти вот системы карт, потому что там, ну, непредсказуемо все это выпадает. Когда у тебя линия, большая длинная линия с разными призами, и ты просто очки должен набирать, ну, хотя бы все понятно, что ты должен сделать. Кстати, клановая битва кланов до сих пор... Точнее, не до сих пор, а она началась не очень давно, несколько часов назад. Я уже там повоевал, кто-то написал в комментарии. Мы уже на самом деле разбирали этот момент, но я все равно еще раз проверил на всякий случай. И действительно, это не работает, точнее, работает так, как это и задумались. О, а кто-нибудь в этом клане? Русская жара, у меня сейчас
клановая война с кланом «Русская жара». И причем ваш клан сильнее нашего, по крайней мере, у вас намного больше, ну, я так полагаю, участников, что ли, больше, да? Или что это такое? 76, то есть у вас больше участников, и вы можете, у вас больше динамита, вы можете участвовать, ну, немножечко в двух боях, намного более, ну, в четырех или в двух боях дополнительных. В четырех, по-моему, да? Так, по поводу того, что мы участвуем в битве против зомбиков, когда мы заходим, например, в битву, тут команды уже, то есть мы прошли зомбиков, и сейчас можно с командами против команд атаковать. Ну вот, кстати, более-менее не то чтобы слабые, но хоть как-то не супер вообще сильные, как в прошлый раз попадались. То есть здесь еще хоть как-то я могу, например, вот против этой команды выступить. Ну, по крайней мере, попытаться что-то сделать. Хотя тоже они выше, чем мой уровень в любом случае. Ну и вот этот вот герой, ну, оба героя, они уже намного интереснее, чем то, что у меня есть. Против зомбиков. Когда мы идем, выбираем двух игроков, сейчас я просто, к сожалению, не могу это сделать. Вот, когда мы заходим в миссию, выбираем миссию и выбираем одного игрока, мы можем, у нас снимается один динамит, и мы можем пройти только одну миссию. А если мы выбираем двух игроков, то у нас снимается один динамит, но мы можем уже сыграть в две миссии двумя игроками и принести больше очков. То есть на легкую миссию можно каких-нибудь более-менее легких игроков закинуть, чтобы не проигрывать. И заработать очки, то есть, грубо говоря, заработать очков больше, в два раза больше, принести очков в своей команде, своему клану, нежели когда вы выбираете только одного игрока. Просто кто-то под предыдущим видео писал комментарий о том, что надо выбирать одного сильного игрока, то есть на миссию. Но тогда мы всего одну миссию пройдем и потратим один динамит на одну миссию на одного игрока. Поэтому лучше выбирать, конечно же, двоих. Понятное дело, что если у вас слабые игроки, вы можете пролететь, но в любом случае вы все равно потратите, грубо говоря, то же самое количество динамита, выбирая по два игрока на миссию вместо одного. Но я, к сожалению, сейчас даже участвовать, по-моему, не могу, потому что... А, нет, я могу сейчас атаковать, но, к сожалению, эту команду мне атаковать как-то не особо-то. Здесь атаковали, хорошо. Здесь кто-нибудь... А можно попробовать, да? Можно попробовать. Будет, конечно, довольно-таки печально, но попробовать-то можно. Так, а какое у него оружие? Я забыл уже. У этого такое, у этого такое. Такое себе. А если мы возьмем вот этого? Ну, я не знаю, давайте попробуем. По крайней мере, посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что результат очевиден, но можно попробовать. Так. У них жизни в 2-3 раза больше, чем у меня. Вот это меня... Я нажимаю одну кнопку, а он постоянно бегает то туда, то сюда, вот на этом месте. А, и все, да? Хорошо, ладно. Меня вот на этой карте вот это место постоянно добивает тем, что ты вроде нажимаешь правильную кнопку, но герой начинает метаться туда-сюда. То есть там как бы действует и та, и другая кнопка. Вот это вот прям неприятный момент. Самый неприятный. Еще на другой карте с какой-то виллой там и так далее. Ну, в общем, понятное дело, что здесь не делать нечего. Вот. Но вот этот на этой карте... Вот это меня просто раздражает, потому что... Ну да. Ну вот я Q нажал, а он бежит в другую сторону.
Что за... Ну, у него неплохое оружие-то. Че могу? Че могу противопоставить? Ну да, давай, давай. Я у них вообще ничего не снимаю. Ну да, я у них вообще никакой энергии не снимаю. Там, смотрите, он снял, грубо говоря, там 3% от общей линии. Если бы я хоть снимал там побольше, а почему... А, если я выбираю двух игроков, то, грубо говоря, у меня два игрока, что ли, там бегают. Один на автомате бегает, а второй... А вторым я управляю, что ли? Ну вот это вот момент, когда ты застреваешь. То есть там была кнопка, горела кнопка Q. Я нажал Q, он побежал вперед, а не побежал назад. Нажать на, назад, чтобы бежать, надо было нажимать E, которую я нажал в первый раз, когда пошел в бой, и он тоже побежал вперед. То есть он, у него замешка какая-то, то вперед, то назад, и непонятно, куда он бежит. То есть там, грубо говоря, вот этот момент очень напрягает. Он есть на двух, по-моему, как минимум на двух картах. И вот это вот прям дико раздражает. На мобильнике этого нету, потому что там все понятно. То есть там есть одна кнопка назад, другая кнопка вперед, собственно. И все, ты не можешь запутаться и не можешь, нажав одну кнопку, то есть герой не будет там мельтешить, мешкаться и вообще бежать куда попало. Я не знаю, может быть, я как-то туплю и что-то делаю неправильно, но... Была единственная кнопка, то есть, грубо говоря, там Е в одну сторону, Q в другую. Я в первый раз нажал Е, побежал вперед. Второй раз нажал Q, тоже побежал вперед. Нажал Е второй раз или третий раз, он побежал назад. То есть, ладно, не суть важно, туда суваться мне ни к чему. Ускорить, ускорить. Да я не буду ускорять, пусть сама строится. У меня пока ресурсов особо нету. Надо ресурсов еще зарабатывать. Для того, чтобы что-то еще апгрейдить. Пусть, ну и плюс ускорение пригодятся на попозже. Когда у нас там турнир, например, запустится. Я надеюсь, это произойдет, по крайней мере, на следующей неделе. Ежедневные награды тоже не забываем получать. Я пока каждый день их забираю. И надеюсь, вот как раз героя открыть. Чтобы он... мне помогал защищать базу. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Успейте активировать код, который будет действовать, еще раз повторю, до 20 марта. Не забывайте. Не забывайте также забирать ежедневные награды. Поглядывайте на всякий случай в предложение, в промокод, не в промокод, а вот сюда. Вдруг что-то интересное всплывет. Бывает такое. И до следующих видео. Всем пока.